Всем привет-привет! Но мы открываем подарки вместе с Ники, и, конечно же, мы хотим очень много получить. И это конфетница, желательно 15-я, можно даже больше, но это посмотрите уже в самом видео. Но меня больше порадовал дроп именно на Фрэнки. Именно на Фрэнки человек напрягался. Человечек прямо тащил подарки с Фрэнки. Человечек хочет Фрэнки. Так что смотрите и, пожалуйста, облизывайтесь в комментариях молча. Без всяких ругательств, без всего, потому что небольшие затраты, немного звезд, а дроп просто офигенный. Возможно, из-за того, что первое видео по дропу было, так скажем, своеобразным. Ну ладно, жду от вас комментариев.